Друзья, сегодня пошла тренировка по боксу. Отец Вани Пашков и два спортсмена, которые могут дать хороший результат. Я обращаюсь также к министру спорта Харитону Виталию Владимировичу и губернатору Николаевской области Шанску. Да? Вот здесь хорошие есть ребята, которых не так много надо положить. Они стали чемпионами России, чемпионами Европы, чемпионами мира, а может даже олимпийскими чемпионами. Что для этого нужно? Для этого нужно подготовить программу развития Федерации бокса Нижегородской области, которую я сейчас делаю. Да, и вам в ближайшем будущем ее хочу предоставить на законодательное собрание области. Ну, еще раз хочу повториться, вот здесь стоит Артем, отец своих детей, который хочет, чтобы у него дети стали, кто не менее, а дети чемпионы, выступают за нашу Нижегородскую область. Артем, что для этого нужно? Отец вводит на свои деньги, на свои практические вклады, свои деньги. Власть не помогает, и государство не помогает в таком развитии, как бокс. Вот я сам боксер, 20 лет отмахал, воспитанный детского дома, да. Господь Бог помог мне стать чемпионом мира, я им стал. Да. Но как мне это стоило, я поэтому передаю, рассказываю, что на самом деле власть не помогает этому развитию спорта, бокса, олимпийского, государственного. Почему так происходит? Я задаю вопрос Артему, чтобы он тоже подтвердил эти слова. И не просто, потому что у нас есть два хороших, великолепных боксера. Что можно сказать, как отец? Что от нас зависит? Учимся каждый день тренировки, свои деньги тратим на турниры, на поездки. Ну, хотим, чтобы немножко кто-нибудь помог. Государство, главное, самое главное, государство деньги. Есть люди, которые могут помогать. Говори, кто мы есть. Есть люди, которым Олежка помогает? Он в моей семье есть, хорошие ребята, очень данные. Они отлично занимаются молодостью, как называется, детство. Они не видели, честно говоря, они каждый день на завтра занимаются. Очень благодарен меня как отец, как сам бывший спортсмен. И хочу, чтобы они по флагам России стали настоящими людьми. У нас молодежь очень прекрасна, так что можно не жалеть ничего для детей. Все-таки будущее у нас. Чтобы на мировом арене, чтобы в России это фактически свет был ведущий. У нас мир газ ведущий правильно, а другие сферы-то где? Вот сфера, где сейчас находится. Спорт, где потому что отминает наркотик, удирает больше народу, чем от спорта. А спорт еще и стерминерал. Не хочется сказать, что на самом деле вот этим ребятам просто надо помочь, обратить внимание. И министру спорта, и Валерию Павловичу, да, что есть вид спорта, потому что государство как бог. И мы надеемся на вашу поддержку, и в скором будущем эти пацаны могут стать чемпионами. Все для этого есть. Нужно только небольшое финансирование, которого у нас, не жаль, к сожалению, уже с 90-х годов не хватает. Приходится как нищим ходить и просить клянчиков. Такого не должно быть, когда в стране есть и продается газ, нефть и другие ресурсы. И я думаю, что если это видео кто-то посмотрит, администрации, там, губернатора или там, от мэра, что на самом деле увидят, что ребята на самом деле просто балаболы, да, реально на самом деле что-то могут себе предоставить и поднять флаг России, да. У нас страна много национальных, и мы не разделяем армяне, азербайджанцы, чеченцы, мы со всеми работаем. Главное, чтобы он поднимал флаг нашей области, нашего города, нашей прекрасной страны России. Большое всем спасибо, надеюсь на поддержку. Всем привет, во всем.